Делаю передачу низом. В момент передачи называю цвет. Это цвет ворот, куда Матвей должен будет выполнить передачу мне. Я покатил, говорю, белый. То есть он обработал. Красный. Красный. Я обработал. Желтый. То есть. Желтый. Давай так. Мне Моня сказал желтый. Я обработал и качу передачу, и она уходит через боковую линию. Я могу пропустить, Матвей может не трогать мяч, это мое поражение. Если вы делаете передачу, и я не касаюсь его, мяч должен пересечь линию за моей спиной. Красный, красный. А, это будет поражение. Чего? Да, мяч дробит. Желтый? Мяч летит, мяч катится, идеально. Желтый, желтый. Желтый. Белый. Красный. Белый. Пара, одна пара воротов, одна пара на углу вратарской. Видите белые мячи? Мишка, Мишаня, Мишаня! Давай, Мишаня! Мишаня! Гони дальше! Хорош, Миш! Хорош, Миш! Добивай! Браво, Мишка! О, хорош, Миша! Да навалились, блин! Мишань, что для тебя сделал? Как вчера Армении. Чуть не выиграл. Чуть, да, очень. Чуть очень обидно. Очень обидно. Цибуля. Соболь, ну-ка дай Элечку. Поехали, поехали, ва! Бело, мы размялись уже. А он тут зал. Ой-ой-ой-ой-ой. Фоми. Размялся. Ой, я не Леша, Леша, Леша! Одна серия и все, и закончим. Почему 4 вратаря? Какие? Где ты 4? Ни одного нет. 18-3. Вторые вообще не да, 4 победы. 4 надо забить, чтобы он сжимался. Меньше 4. Дайте респект. Бля, что вы забили? Много? Мало? Мало, конечно. Они забить, должны забить 4. Снимать не будут, нет. Или дрова они, бля. Сейчас посмотрим. Раз! Два! Два!
8 ударов, вчера 6, сегодня 2, и он забил. Куда как полетит? Пока 2! Два! Да нет, пускай отдыхает. Понятно. Смотрите, вот гол, вот гол. Смотрите. Давай, поехали, отжимаемся. Но времена меняются. Не помнишь, как Ломай серый играл? Вот так вот, он икрами. Не, но он икрами, да, вот так. А да, как? Вот так икрами подбивает себе. Ладно, я серьезно. Хорошо играет в эту игру. Ломай щитками где-то. Да, Серег, ты подаешь, да, Серег? Я? Просто дальний набить не сможешь, поэтому... Ну, сил не хватит, то что... Я про это и говорю, поэтому так и давай. Со всей силы набить. Лучше без мячей. Ага. Конечно. Мячи мешают. Как не будет? Его летят. Вот так. Хорош. Ничего там, агрессивно насколько вперед заваливает. Yes. Не, он просто... Ну, смотри, позицию подправил, да. И вот и все, то есть, о, и ручки на Виктор. Подставь. Добивай, добивай. Максим. Хорош, умница. Хорошо. Все, фотка есть, пошли отсюда. Было? Папочку можно еще? А, Стасик! Шаг будет обязан. Мимо! Давай, Серега! Давай по одному пене. Хороший вариант. Слава вообще как на ритме игры, знаешь, да? Да. Смотри, не получается выход, удлиняй. Чувствуешь, напряжение нарастает. Раз ошиблись, два возле штрафной, удлиняй.
длинную сделал, не получилось, опять начинаем. То есть нельзя, нельзя просто делать вот слепо одно и то же получается. Тоже, ты уже чувствуешь, наверное, да? Ну да, вот я тут чувствую, что хорошо вот получается себя. Вот. Вот, я прям вот Игорь чувствует. Он вообще просто... Его накрывает, он сразу все, вышли, да. Он туда выбил. Там не получается, здесь получается, соперник дает принимать, вот здесь отдаст. И ты тоже в этой игре смотри, есть вещи, которые надо чувствовать. Тренер не подскажет, во время игры он не может подсказать, как надо чувствовать. Условно, это может быть даже не ты, то есть там же не у тебя не получается, а у ребят там какой-то раз, там запороли, два, поставил, потом пожал, попали. Спасибо, вон тут.